выполнена по последнему слову техники. Вся необходимая летчику информация выводится на два больших цветных экрана с размером по диагонали 15 дюймов. Двигатели Су-35 имеют поворотные сопла. Тяга каждого двигателя на форсажном режиме 14,5 тонн, на 2 тонны больше, чем у предшественников. Комплексная система управления помогает летчику на всех стадиях полета, от руления до выполнения маневров. Допустим, выполнение взлета. У Су-35 нет традиционного тормозного щитка. Его функции выполняют рули направления. Основой системы управления вооружением – радиолокационная станция «Ирбис». Это радиолокатор с так называемой фазированной антенной решеткой. Сканирование у таких локаторов происходит электронным способом, что на порядок быстрее и позволяет атаковать сразу несколько целей. Дальность обнаружения воздушной цели достигает 400 километров. В состав вооружения Су-35 входят и уже упоминавшиеся оружие, и новые перспективные ракеты большой дальности. Су-35 – это истребитель поколения 4++, то есть по конструкции это развитие все того же Су-27, а вот по своим возможностям это уже нечто большее. Су-35 – шаг навстречу новому, пятому поколению российских истребителей. Опытный экземпляр истребителя пятого поколения, получивший обозначение Т-50, поднялся в небо 29 января 2010 года. Создан он в ОКБ Сухого. Я считаю, что в авиационных комплексах важна не только начиться Су-34, а Су-35. Это все постоянное развитие комплекса. Су-35 внешне очень похожи на самолет Су-27, но практически ничего общего с ними не имеет, потому что это совершенно другие возможности, другой комплекс развивает эти комплексы.
американский самолет-разведчик вылетел с британской авиабазы Милденхолл и направился к границам Российской Федерации. Спокойно, как хозяин, пролетел через всю Европу, пока в небе над Балтийским морем его не встретил наш Сухой. Из состава дежурных сил был поднят истребитель Су-27, который подлетел к неизвестному воздушному судну, несколько раз совершил его облет, идентифицировал как самолет-разведчик RC-135U ВВС США и его бортовой номер, о чем доложил командованию. После облета американского разведчика российским истребителем самолет ВВС США изменил курс и ушел от российской границы. В ходе облета американского разведчика никаких внештатных ситуаций не было. Это далеко не первый случай, когда натовцы пытаются провоцировать российских пилотов. Самое известная история – это когда норвежские F-16 попытались перехватить русский МиГ-31, но сами же и испугались, когда россиянин пошел на сближение. На этот раз российские подразделения противовоздушной обороны действовали с инструкциями. Сомнений в том, что американец летит к нам, не было. К моменту обнаружения половина территории Калининградской области уже находилась в зоне действия его антенн. Да и сам разведчик в том полете правила все-таки нарушил. Хочу подчеркнуть, что полет к российским границам выполнялся с выключенным транспондером, о котором так любят в последнее время заявлять наши натовские коллеги. Что же касается оценки профессионализма наших пилотов, то это компетенция исключительно российского командования. Официальный представитель Пентагона ранее действительно заявил, что их разведчик выполнял обычный полет, как вдруг в международном пространстве был перехвачен российским Су-27 в небезопасной и непрофессиональной манере. Это цитата. Но, скорее всего, американцы просто обиделись на русских летчиков за то, что они такие бесстрашные. Сами надо бояться так близко подлетать. Ну, а их интерес к Калининградской области вполне объясним. Их очень беспокоят наши оперативно-тактические комплексы «Искандер».